Все, оставили машину, пойдем погуляем. Надо около елочки сфотографироваться сегодня. Так, давайте сегодня культурно поотдыхаем. Ни продукты, ни мясо, ни картошка, а искусство. Так, ну что, ребята, в следующий раз проходим мимо. Мы эту кафешечку, потому что она не очень хорошая. 2 из 5. 2 из 5 мы поставили, в общем, эксперты. Ну, действительно, как бы вроде бы healthy food здесь пишут, но креветки очень жирные. Я здесь модную юбочку нашла, смотрите, какую. Мне было классно с этими кроссовочками на Merry Christmas. Всем привет! Сегодня выходные. Мы сегодня выехали погулять немножко. Решили сегодня с Софией прогуляться, заехать, потому что София сидит. Вот. Чего София? Заедем в Мерката. У нас есть такой райончик Мерката. Там, по-моему, говорили, даже елку поставили. Вот. Посмотрим, сейчас пройдемся. Может, там елка есть. Там какие-то выставки еще у нас бывают, автомобили, по-моему, да. Но мы там ни разу не были. И в этом Мерката там есть еще магазинчик Nordstrom. Я не знаю, мы, наверное, скорее всего, туда зайдем. Но это не продуктовый магазин, поэтому в любом случае сегодня там прогуляемся и посмотрим территорию этого райончика красивого. В общем, и приглашаю вас прогуляться с нами. Кстати, можете нас поздравить, мы заказали диван. Причем мы его заказали онлайн, и мы не знаем, что нам вообще придет. Конечно же, с сайта Rooms2Go, куда мы ходили, мы не знали, что выбрать. И как-то там вылез диванчик один. Цвет мы не ожидали, конечно, что мы будем такой брать, но мы взяли, если честно, из-за цены. Такой диван, он стоял там чуть ли не по 4000 долларов, это еще и без доставки. А здесь единственный диван был в таком синем цвете, и у него, получается, скидка была большая, как раз распродажа за 1800 долларов. В общем, мы, конечно же, взяли не глядя, но мы купили онлайн, и в нашей жизни это первый раз покупать диван онлайн, как бы мы такого ни разу еще не делали, поэтому, не знаю, что получим, но вот, в общем, инструкции прислали. Но они будут заносить, будет, получается. Это хорошо, доставка прям будет прям в дом. Очень удобно, таскать не надо, ничего не надо. Премиум деливери. Круто. Напишут, должно через 2-3 дня прийти, получается. Скорее всего, во вторник, как и они и говорили. То есть избавиться от старой мебели, да, то есть ее померить свое место, ну, куда вы хотите поставить, то есть место это приготовить, потом... Помыть полы. Там все, да, протереть. Инструкцию прислали, которую мы хотели, его только где-то в апреле могут привезти, представляете? Вот, поэтому, в общем, мы взяли, какой был, короче, посмотрим, что будет. Так, ну, смотрите, 2,97, ребят, бензин, мы сегодня просто смотрим, едем, мол, оказывается, еще упал немножечко, бензин упал, продукты дорожают. У нас еще дети хотят в итальянский ресторанчик, особенно Тимофей. Я не знаю, сегодня, надеюсь, успеем, заедем. Потому что, кстати, ехать туда минут, наверное, 30-40 ведь. Да, да? Нет, почему 30-40? В общем, ресторан. Хотят лапши, наверное. Много лапши, много креветок, какую-нибудь пиццу. Надо будет заехать с ними. Сейчас с нами никуда не захотели идти. Сказали, попозже поедем. В общем, оставили их дома. Приехали мы, видите, здесь такой мир небольшой магазинов и кафешек. Вот и елочка. Маленькая елочка. Посмотрите. Все, оставили машину, пойдем погуляем. Надо около елочки сфотографироваться сегодня. Какой местный. Тёма, как всегда, хмурый мужчина. Во-во, сейчас смотрится, лицо сделает. Галерея здесь. Так, давайте сегодня культурно поотдыхаем. Ни продукты, ни мясо, ни картошка. А искусство. Посмотрите, какая красота.
Вот это да. Так сделано прям. На стену повесить прям очень красиво. Да, вот это в бирюзовом цвете 20 очень красиво. 20 тысяч долларов? 19,5. Классно вообще. Бабочки. О, вот это тоже что-то нереальное. Это надо видеть вживую. Не знаю, через камеру передается. Но освещение еще такое не очень. Но прикольно тоже смотрится. Где? А, ага. Ирина Нагина. Ирина Нагина? Или Ногина, это вот Ирина нарисовала, смотрите, видите? Какая? 5 тысяч. Вот еще Кукуева тоже нарисовала. Посмотрите, как красиво. Кукуева. 2017 год. Классная, классная галерея. А это сделано из материала. Посмотрите. Тоже такие композиции. Вазы. Как я люблю такие вещи, прям вообще. Красота. Вот это тоже что-то невероятное на белом фоне. Тоже очень красиво смотрится со стекла. Так, короче, здесь рисуют наши. Вот все висят. Маша. Половина русскоязычная. Русскоязычная. Фамилии, ну, фамилии такие, да. Короче, наши так рисуют, такие вещи делают вообще обалденные. Смотрите. Красота. Что там? Овнер русскоязычная, поэтому все работы. Ангельская. Ага, она собрала всех, да? Кстати, с женой, с Рональдом Рейганом. Она с Рейганом. Лиза и Ольга. Ага. Но они, кстати, похожи, да. Они похожи чем-то. Ольга это мать. Возможно, да. Скорее всего. Вставят, вот Ангельский. Смотрите, аватар уже в ульте везде. В общем, вчера у нас начался аватар. Премьера была. Театр 16-го вчера была премьера, и вот уже все, везде все продают. Аватар теперь везде. А? Я не знаю, мы же МГО. Давай на улице. Кафешечка такая. Все горит, сверкает. Атмосферненько так, знаете. Ребят, смотрите, какой меню. Мне десерт принесли. Смотрите, какая панакоточка. Такое пополивали. Так трясется, видите? Да. Так, мои креветочки в кокосовой стружечке. А всем какая-то карбонара непонятная. У Сони там какая-то курица. В общем, какой-то типа healthy ресторанчик, ну не знаю. Не сказала бы. Не выглядит. Не выглядит так. Так, ну что, ребята, в следующий раз проходим мимо мы эту кафешечку, потому что она не очень хорошая. 2 из 5. 2 из 5 мы поставили, в общем, эксперты. Ну, действительно, как бы вроде бы healthy food здесь пишут, но креветки очень жирные. Прям невозможно есть одно голое масло. Я не знаю, на каком масле они жарят, большой вопрос. Вот у Софии тоже тарелка, я бы сказала, не очень красивая. Вот. Тоже не доела практически ничего. Я креветки очищала от этой, от кокоса жареного. Вот, так что, ну и Тёмке тоже, карбонара. Он съел все, конечно. Заплачено. Заплачено, да. Ну, невозможно, да. Так что проходим мимо, 239, кто будет здесь. Ну, если честно, ну не стоит того. Даже 20 долларов за блюдо вообще не стоит. У меня до сих пор это масло во рту. Ага. $100 мне дали за эту ужасную еду. Это вообще
Кошмар. Конфетки, подарочки. Ой, смотри. Вкусняшки. Зашла в Ульту быстренько. В Ульту купить себе краску для волос. Сколько она стоит? От Naked. Смотрите, палеточка какая. Так, вот нашла свою красочку. Так, что взять? Шоколад, может быть, какой-нибудь. Темный не хочу. Вот, классный шоколадный такой. Надо будет вот эту красочку возьму. $25 стоит. Так, мы на Нордстроме сейчас. Здесь тоже очень много разных скидочек. И сейчас что-нибудь посмотрим. Пледики. $59. Сумочки. Какая фиолетовая, красивая. $159 стоит. Так, а это у нас $144. Я здесь модную юбочку нашла. Смотрите, какую. Мне было классно с этими кроссовочками на Merry Christmas. Такая зелененькая. Так, слушайте, мы тут погуляли и набрали вещей. Платье. Ну, в общем, я потом покажу. Ну вот, классненько здесь. Прогулялись. Так, ну все. Едем домой, дома дети. Спасибо вам, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. С нами небольшая прогулочка. Увидимся завтра в следующем видео. Пока-пока. Пока.